нас растет интерес к китайскому языку. Почему? Да потому что контактов много. Бизнес развивается соответствующим образом. Очень много партнеров появляется между Россией и Китаем. В Китае, кстати говоря, тоже растет интерес к русскому языку. А у нас к китайскому. Члены моей семьи говорят уже маленькие на китайском языке. Говорят свободно. Но это не значит, что не значит совсем, что мы должны забыть там свой интерес к английскому языку. Английский язык — это великий язык. Он очень много дал человечеству с точки зрения объединения знаний, объединения людей в области культуры и так далее. Мы ничего не отказываемся. У нас нет враждебных языков. У нас даже нет враждебных стран. У нас есть враждебные элиты в некоторых странах, которые борются с Россией веками.